нашей темы, курса «Уроки гражданственности Донбасса». Большая тема у нас будет называться «Донбасс и русский мир». И первая тема этого урока у нас звучит «Гражданин, патриот Отечества». Мы с вами писали сочинение «Что такое Родина?». Сегодня у нас в школе проходили уроки курса «Уроки гражданственности Донбасса». Это новый курс, который в школах нашей республики проводится второй год. Хотелось бы отметить действительно важность этого курса, потому что этот курс нацелен на то, чтобы воспитать человека, патриота, защитника земли Донецкой. Уроки проводятся в различной форме, в форме круглых столов, дебатов, проектов. И дети действительно вот с интересом пытаются узнать нашу историю. Очень важный момент преподавания этого курса то, что здесь есть такой момент, как русский мир. Потому что действительно это тема, которая стала актуальна в эти дни. И так как особенно наша земля, город Снежное, это всегда была земля России, области войска Донского. Вот мы изучаем традиции и области войска Донского, историю нашего края, которая помогает людям узнать корни. А зная корни, мы будем твердо стоять на ногах и защищать нашу землю, нашу Донецкую Народную Республику. Растерзанный ими родному Донбассу, пылающей родине клятву даю. Пока буду жить я, и кровь не остынет, пока поднимаю я руку свою. От сердца сыновнего гнев отрывая, вливая в смертельные граммы свинца, я дела другого и счастья не знаю, как мстить за республику врагу до конца. От патриотического воспитания, от того, как мы и какие истоки мы заложим в детей, в наших детей, как они будут воспринимать этот мир и как будут они воспринимать прошлое, которое у нас было, закладывается личность ребенка, личность гражданина, его позиция, когда он станет взрослым человеком, и то, каким он будет гражданином в нашей стране, в любой стране. Это патриотические чувства, это любовь к родине, это любовь к своему государству, это желание сделать это государство лучше, это стремление ребенка защищать свою родину. Обязательно быть инициатором любых добрых дел, потому что от доброты, от любви любая страна, любое государство станет только крепче и богаче. Раньше, которое внимание уделялось патриотическому воспитанию, оно несравнимо с тем, над которым работаем мы сейчас. На уровне республиканском, то это вообще такое огромнейшая работа, которая поставлена. И вот она идет, и я думаю, что она принесет свои большие результаты. Дети действительно патриоты, и они растут патриотами. Хочу сказать, что дети сейчас лучше, чем мы. Намного. Молодое поколение детей, они лучше, они открытые, они не зажатые, они не боятся выражать свое мнение. Они действительно патриоты. Если они, вот дети об этом говорят. И хотя у нас нет 10-11 класса, у нас есть 9 класс, есть малыши, но вы зайдете сейчас в любой класс, вы узнаете, кто у нас руководитель страны, почему мы воюем, и за что мы воюем, и какие идеалы мы исповедуем. А прежде всего, это самые главные нравственные ценности. Это добро, это милосердие, это то, что в нас вложено нашими предками. Любая война закончится, а дети останутся. И они наше будущее, они наше продолжение. И главное, чтобы они все-таки выросли милосердными людьми, добрыми, защитниками своей родины. И чтобы мы ими гордились.